Сегодня на площади у железнодорожного вокзала станции Ульяновск-1 или у старого вокзала состоялось открытие нового памятного знака «Дороги Великой Победы». Он установлен в честь всех ушедших и вернувшихся с Великой Отечественной войны. Именно отсюда отправлялись на фронт эшелоны с солдатами, половина из которых не вернулась с поля боя. Здесь же на вокзале встречали победителей. Открываем эту замечательную новую страницу в нашей судьбе, в нашей истории нашего замечательного города, этот памятный знак. Он является воплощением нашей глубочайшей признательности и за военные, и за мирные победы, за огромный, не поддающийся измерению вклад в развитие и страны, и региона, и каждого населенного пункта, куда тогда вернулись победители. Почетным гостем церемонии стал президент Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, или хирург. Знаете, когда я смотрел на эту скульптуру, сейчас, которая стоит у меня за спиной, меня не посещала мысль, все не отходило от меня, как будто она здесь все время восстояла. Ощущение было такое, что насколько она органично вписалась вот в здание, вот в эту привокзальную площадь. Инициатором и идейным вдохновителем создания памятника стало Ульяновское отделение клуба «Ночные волки», которое возглавляет Владимир Парфенов. Мы считаем, что если мы забудем о войне, то она обязательно начнется. Это наше такое вот правило. Очень долго думали с Андреем, с Сашей, очень долго думали, решили именно вокзал. Почему? Потому что вокзал – это все-таки ворота города. Сюда приезжают, сюда отъезжают, провожают, встречают. И поэтому была концепция именно теплушки времен войны. Идею «Ночных волков» воплотил ульяновский кузнечный двор «Корч». Тему обсудили мы ее, а то, что образ такой родился, предложил теплушку Володя, но я ее уже сделал, как бы она структурируется из прошлого и через рубеж структурируется в будущее, так, вернее, улетает, как бы такое состояние нестабильное, то есть и рубеж только, вот еже сегодняшний момент он должен решать и решает по большому счету. В завершении мероприятия состоялось возложение цветов к новому памятному знаку. Ирина Антонова, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.